Ну, я хочу вас обрадовать. Вы знаете, да, что компания идет планомерно, делает свои дела. Что запланировано, мы все делаем. Теперь у нас в первую очередь был запуск завода, своя продукция. Мы его выдали, вы уже начало видите, да? Теперь у нас следующий проект, мы обещали жилищную, да? Теперь, смотрите, с сегодняшнего дня, уважаемые партнеры, рад вам сообщить о начале нового промоушена под названием «Алтыншаграф». В промоушене может принять участие любой желающий партнер. В промоушене имеется два варианта. Партнер должен завершить автопрограмму два раза, и пять партнеров с командой, партнер поддержки, должны завершить автопрограмму и получить автомобиль в течение 6 месяцев. Завершайте, оставляйте деньги, а эти получают автомобиль. Партнер должен завершить автопрограмму один раз, и 10 партнеров из данной команды, партнеры поддержки, должны завершить автопрограмму и получить автомобиль в течение 6 месяцев. Примечание. Срок действия промоушена с 10 августа 2015 года по 10 февраля 2016 года. Ура! Промоушена претендентам будут выданы автомобили. Партнеры поддержки, получившие автомобили, не должны превышать до 7 уровня. Уровень же есть до 7 уровня. И не могут прикреплены более чем за одним претендентом. Если этот, я автомобиль получила, когда Надя получает квартиру, второй раз этот автомобиль считаться не будет. Ваша поняли? Да, да. Внимание, в промоушены выставлены 5 квартир, выкуплена компания сейчас. Теперь это начало. Просто мы это сделали, как наши партнеры себя поведут. Если нормальное будет, вот это все без как его, да, без ничего, как мы привыкли, доктор вам меняет, это говорит, вот за счет меня ты получил, я теперь. Подожгу, да и месяц региональная. Не надо смеяться, наши вот за 3 года всего насмотрелись мы. Потому что партнер едет в Турцию, например, да? Господи, сколько партнер за счет компании поехал. Выполнил маркетинг план, да? Что такое выполнение маркетинг плана? Это не собрание, не собрали же с них денег. Они выкупили у нас товар. От разницы товарооборота это все мы выплачиваем, правильно? Товарооборот выполнил человек, вот квартира точно так же. Человек сделал это дело, он за это получит. Почему мы в прошлом году мы хотели стройкой заняться квартирой, мы смотрим к автомобилю, как люди относились. Понимаете, вот не буду я врать, вот эта нищенская психология до сих пор у нас есть. У многих. Зависть, алчность. У одних зависть, у других алчность. Нет такой поддержки. Во, это же сделали, воды восхищаться. В любом регионе человек автомобиль получает, отсюда они воодушевленные едут, говорят, вот теперь, а потом я туда, вот я говорю, через это надо пройти. Это зависть заговорила. Рядом ходит подружка, она завтра же отвернется, когда ты автомобиль получишь, понимаете? Это духовный рост, мы поэтому мы выращиваем своих лидеров, чтобы они духовно выросли, материально, чтобы материальная обеспеченность была, нужно духовное, чтобы человек вырос. Когда вырастите, будет это все. Пока мы выставляем, выкуплены квартиры, компания выкуплены, они у нас в данный момент. Теперь выполните, пожалуйста, под ключ, они сдадутся в октябре. В городе Алматы. Вот это мы. Пожалуйста, флаг в руки. Давайте поблагодарим Жанату Рушитовну. Она президент нашей компании. Она все считает. Поэтому от всей души, от нас, мы вам крепкого здоровья вам. Живите, сколько вам Бог даст, 100 лет и больше. Счастья вашим детям, внукам и всем. Огромное благодарствие! Нравится, это мы просто выставим пока как промоушен. Потом, как дальше
что наши партнеры себя поведут, в основном лидеры, партнеры, действительно наши топ-лидеры выращивают уже, я смотрю, уже пятое поколение у нас хорошо идет, правильно? Да. Уже лидеры в пятом поколении даже, не говоря о втором, о третьем, например. Очень мощный у нас лидер в этой компании, поэтому мы пока выставили вот так. Хорошо пройдет, от вас это будет зависеть, значит, дальше будут большие сюрпризы. Дай нам слово, чтобы хорошо. Здравствуйте, дорогие партнеры, лидеры. Наконец-то многие лидеры сегодня пришли сюда. Поздравляю вас всех с долгожданным открытием нашего начала нашей жилищной программы. Всем большим успехом. Хочется сказать, мы сегодня, я часто очень говорила, что GTARM – это конкурентоспособный бизнес, правильно? То есть наши лидеры должны вырасти до того, чтобы могли дать отпор любой вновь открывшей и любой такой же компании, которая работает на рынке не только в Казахстане, но и во всем мире. Правильно, да? Поэтому, пожалуйста, очень часто в последние дни, особенно мы сталкиваемся с теми вопросами, что GTARM, оказывается, закрылся, да? Вот они мы, лидеры. Давайте сами себе поаплодируем. Свита, то компанию делают настоящие, грамотные, цивилизованные партнеры. Я очень рада, что сегодня, когда вот объявили нам промоушен недвижимости, сегодня зал полон, аншлаг, да? Людям негде сесть. Поэтому не думайте. Наша компания твердо еще с прошлого года встала на ноги. Мы, я каждый раз говорю, мы закладываем фундамент нашей компании. Если вы хотите действительно решить все свои финансовые вопросы, стать финансово независимыми, ездить на дорогих автомобилях и получать за свой труд квартиры, то, пожалуйста, вставайте дружно в ряд. Умейте отстаивать позиции нашей компании. Каждый из вас знает, да, дойти до первого миллиона сложновато. Выдерживают только те терпеливые, трудолюбивые и целеустремленные. Но хочу и прошу вас, стройте, пожалуйста, отношения. Наш бизнес вот именно построен на отношениях. Стройте отношения в своих командах. Стройте свои грамотные, правильные структуры. Я вас очень прошу. Зовите к себе, приглашайте, рекомендуйте GTARM именно адекватным, созвучным себе людям. Тогда мы будем мощная компания, которая не будет ни 4 года, ни 40 лет, а 400 лет. Желаю всем успехов! Как вы знаете, сегодня в 9 часов вечера по каналу СТВ будет передача про GTARM. Женщины Казахстана, которые успешные. Те компании, которые успешны, вот эта передача про это. Поэтому сегодня в 9 часов вечера, завтра в 10:30 утром повтор. Всем своим друзьям, которые еще не пришли, порекомендуйте, пусть посмотрят. Потому что это очень хорошая передача. Если вот так разобраться, чисто в статистическом отношении, то в нашей компании еще нету 1% казахстанцев. Нету 1% алматинцев. Поэтому не говорите, что нету людей. В нашем окружении большое количество, 99% наших казахстанцев, соотечественников, которые не знают о GTARM. Доносите, пожалуйста, правильную информацию, будьте честны с собой, честны со своими партнерами. Два человека рекомендовать и привести с собой и выстроить структуру легко и просто. Хорошо? Я хочу вот подчеркнуть, мы ждали долго косметику, да? Косметика уже пришла. Вот 2 дня я пользовалась, да, знаете, эффект обалденный. Поэтому, дорогие партнеры, есть с чем нам работать. Несите сейчас людям красоту. Понимаете?
И тем более, вы сами знаете, продукт у нас натуральный шунгит. Результаты будут обалденные. Сейчас вы будете брать, но первую продукцию возьмите для себя. Покажите реально на себе. Тогда люди быстрее за вами пойдут. Не жадничайте. Еще раз возьмите бизнес-места, возьмите косметику, попробуйте. Тогда за вами люди еще больше пойдут. И у вас еще больше будет уверенность в компании. Мы так это долго ждали, наконец-то вот мы получили. Знаете, это такой хороший инструмент. Пожалуйста, работайте и на себе показывайте. Омолаживайтесь, и больше уверенности у вас будет. Хорошо? Поэтому, пожалуйста, не жалейте для себя. Ладно, не жалейте. Эффект обалденный. Через неделю люди уже увидят, что вы еще изменились внешне, а вы еще, как говорится, и внутренне вы подтянетесь, да, и больше уверенности будет у вас. Поэтому давайте работать. Осталось нам уже полмесяца до Греции. Давайте. Вот тем более основной 5 кремов берете. Себе взяли, продали, подарили. Пожалуйста. А потом вы людям объясните, что они еще могут здесь заработать. Поэтому не спите. Наконец-то получили мы долгожданную косметику. И еще, ребята, хочу сообщить, то, что мы начинаем уже завоевывать рынок. Правильно? Первая наша городская конференция, вот сейчас пойдет уже в каждом городе Казахстана. Поэтому первая казахстанская конференция пройдет в городе Шымкент. В понедельник, в час дня в драмтеатре. На сайте это есть. Драмтеатр? В Шымкенте. В Шымкенте. Да. Астана. 13. Да. В понедельник пройдет. Теперь, пожалуйста, вы не только сами, не только своих партнеров. Пусть каждый человек, если даже по одному приведет новичку, вот, пожалуйста. То есть это такой бизнес информационный, рекомендационный, а там будут и выступать артисты. Билеты стоят от 500 до 1000 тенге. Первая наша конференция пройдет в Чимкенте, вторая 13-го пройдет в Астане, третья в Караганде 16-го. То есть мы идем вот так. Дальше пойдет Талдыкурган, 19-го Кызылорда, потом пойдет Усть-Каменогорск, Восточный, потом Талдыкурган. Понимаете? То есть график, может быть, где-то что-то поменяется, но мы уже начали работать, выезжать. Лидеров практически вы теперь здесь видеть не будете. Лидеры будут выезжать организационно, чтобы на местах именно наши регионы начали процветать. Мы живем в мегаполисе. Мы не хотим здесь работать, мы донесем, потому что знак Мамситна открыл нам компанию именно для простых людей, правильно? Каждый простой человек должен заработать. Поэтому давайте доводите вот эту информацию, доводите до всех то, что началась трансляция именно по СТВ-каналу, это столичное телевидение. Сегодня в 9 вечера, завтра в 10 утра повтор. Теперь следом у нас на той неделе пойдет уже реклама нашего шунгита. Первый наш спикер, вот она, наша топ-лидер компании Алма Искакова выйдет. Поэтому дату мы тоже будем сообщать. Дальше, кто хочет, пожалуйста, начинаем структуру строить, подходите и начинаем вот эту вот рекламу. То есть на СТВ-канале мы вот такое уже начали. Хорошо? Да. Именно для женщин, мужчины не обижайтесь, но бизнес строится на женщинах, посмотрите, 90% женщины, да? Мужчины, вот вы знаете, что у нас есть Мэйдень, Орфлейм, тоже будут косметику, но у них будут каждый месяц мешками продавать, у нас этого нет, товарищи. Один раз пришел, купил себе косметику и все, и пользуйтесь, понимаете, все вам... Улучшаем. Все же ноги спят еще. Просыпаетесь? И вот еще хотим сказать, у нас вот, вы видели на сайте, вебинарная комната, сейчас это будет расписание. Можете приглашать своих друзей из других городов, стран. Будет проводиться презентация. Ссылку сейчас это и расписание увидите на общем сайте у нас. Хорошо, уже сайт нашей компании. Пожалуйста, все пусть заходят, да. Айнура, расписание вам сделайте, хорошо, кто сделали, да, на общий чат надо выставить, чтобы уже все партнеры знали. И можете давать своим друзьям, кто живут в других городах, в других странах.
будет проводиться презентация, там все сразу будут отвечать на все вопросы, поэтому давайте. Все-таки там они больше поверят, если вам не верят. Давайте пользоваться инструментами, да, что вот компания нам дает. Еще визитки там на сайте почитайте, Аблайхану, если что, обратитесь, пожалуйста. Или своим лидерам, да. Следующее слово хочу предоставить нашему. У нас мужчин мало, но у нас есть драгоценный мужчина Бахар. Пару слов ему. Здравствуйте, еще раз поздравляю вас. Это сегодня необычное событие, да, необычная новость. Почему? Потому что, смотрите, там пик, да, сейчас идет. Пик того, что простой человек может получить в компании G-Time Corporation, да? И этот пик наконец-то прошли. Я вам просто хочу обратить внимание, честно говоря, не знаю, то ли это совпадение, то ли что. Сегодня вот именно компания Swan хотели достичь, да, именно жилищной программы. А так все уже за 3 года, я до этого сказал на школе, что за 3 года компания уже встала на ноги. И все встает и встает. Смотрите, сегодня какое число? 8. 8. Вот это посчитайте. Что это значит? Это... Можно добавить? Китайской мифологии 8 – это счастье. Да. Удача. Да. Удача. Знак бесконечности, знак удачи, знак счастья. Поэтому поздравляю вас с новым нашим подарком компании. Давайте, ребята, может быть, что-то не бывает, да? Вот жена кучерка на них гадала, что приду и вот именно в это. А вот Бог помог, жена кучерка проснулась и сегодня сказала. Может быть, кто-то из зала хочет выступить. Давайте. Ваше впечатление о сегодняшнем праздничном событии. Ну кто там? Давайте. Ну представьте себе. Дамы и господа, Фарида Сатара. Я так знаю. Жанат Мурзитовна, мне перед этим, вот как стартовая открылась, ну, когда первый раз сюда приходила, все вас хвалят, а я вас не видела, думаю, чего они хвалят-то? Ну, советское воспитание получили, ну, что они кого-то хвалят там? И вот мне было очень-очень плохо, я болела. И мне тут спонсор сообщил, позвонил и говорит, у нас стартовая открылась, по 5000 тенге. У нас в Атаре экология очень страшная. Я пришла сюда за шунгитом водоочистителем. Хотела людям показать, чтобы они чистую воду пили. И когда стартово открылось, сказали, я заплакала. И вот Алланың астында тұрмын ғой, сізге батам деп, үлкен аналық, үлкен әйелді бақыт тілеймін сізге. Я говорю, вот тогда я точно поверила, что сіз, перед этим у меня был спор с одной женщиной, не может быть, чтобы человек, говорит, помогал людям, желал добра людям. Я с ней спорила, но я вас не знала. Тогда стартовой не было. Я с ней спорила, и сама еще сомнение было у меня. И вот когда вот мне сказали, стартовая открылась, а у меня очень много людей знакомых, которым нужно помогать. Матери-одиночки, малоимущие, сироты, вдовы. И вот когда вот это вот, я говорю, это же большая возможность для них. Заплакала шанс, и заплакала, и сидя ботан бегом. А сегодня, вот третий день у меня сердце болит, я говорю, что-то должно быть. На душе, говорю, мне что-то тревожно. И вот сегодня дочку привела сюда, она просит, говорит, мама, мне, говорит, тоже открой, говорит, половину себе бери, говорит, половину мне откладывай, чтобы мне, говорит, за учебу потом можно было платить. Понимаете, ребенок, а вы взрослые, у вас дети есть. Ребенок о своем будущем уже думает, школьница. И еще нет 16, а у вас дети есть. Мне уже за 50 перевалило, это моя младшая дочка. Я должна ее обеспечить. Я вот последний, как говорится, вот, за соломинку хватаюсь, утопающую. Хватайтесь за соломинку. Я сожгла мозг, я уволилась с работы. Чтобы не оглядываться назад. Чтобы вот сказать, вот мне только читаем. Я поверила этому читаему. Верьте, вы тоже матери, вы тоже чьи-то дети, у вас тоже есть дети. Ради будущего своих детей боритесь, работайте. Так, давайте. Спасибо. Спасибо.
Да, представляю нашего топ-лидера Савелию Савельевичу. Здравствуйте, дорогие партнеры. Хочется сказать, вы знаете, мы не только поднимаем экономику нашей страны, но посмотрите, мы ждали этого и дождались, у нас есть Шумгитлер завод. А это что? Это рабочие места. Открыть завод. Вспомните советские времена, когда была перестройка, один за другим закрывались предприятия, заводы. А у нас сейчас открылось, большое вам спасибо за отпустите, завод Шунгитовой, это не только наша продукция, так, а это рабочие места, это раз. Смотрите, сама наша компания, это что? Это тоже рабочие места, так или нет? Да. Во-первых, в нашей компании нет возрастных ограничений. В нашей компании нет ограничений в зарабатывании денег. Хочешь зарабатывать 72 тысячи, хочешь зарабатывать миллионы. В нашей компании мы разбогатели. Это правда. По сколько миллионов получаем? В нашей компании мы, как белые люди, на самом деле, вы знаете, только человек богатый может путешествовать, видеть мир, созерцать его, общаться с другим миром, познавать историю, видеть красоту нашей земли. Это два. И машины, вы посмотрите, вот лично я, например, две машины, там еще кто-то. И, наконец, у нас жилищная программа. Да Господи ты, Боже мой, сколько мне лет, мне 68 лет, да? Я столько лет работала, ни в одной организации я никогда не получала квартиры. Никогда не получала квартиры. А сейчас мне компания, мы все, кто здесь работает, это же мы сила, мы получаем крышу над головой. И мы все вместе будем жить в одном доме, друг другу ходить. И знаете что? Я еще хочу сказать, живите стулью. Я не только лет, давайте все будем жить 100 лет. Я не знаю, 200-300 лет не только нам, не только нашим детям, нашим внукам. Пусть это все достанется. Самое главное. Спасибо. Только бы Аллах юрат тебе дал, манда ина жазат тебе. Мне когда говорят, часом за после, я говорила, говорю, я столько всего пережила. Говорю, пожалуйста, говорю, я не знаю, сколько лет проживу, но пожелайте мне счастья. Хоть 50 лет, хоть 5 лет, хоть 15 лет, чтобы я была счастливой. Самое главное, будем жить счастливо. Да. Я хочу сказать, вот, будучи в таком возрасте, как мне, да, у нее через 2 года 70 лет, и с каждым годом молодею. С каждым годом счастливее становлюсь. И каждый партнер, который со мной начинает работать, я его люблю. Я его люблю, я всю душу в него вкладываю. Знаете, люблю вас всех, люблю компанию. И знаете, приведите меня тоже. Вы недавно пришли, да, нашу партнер. Скажите. Я вообще только пришел. Дильшат, давайте скажите. Дильшат. Мужчины, давайте сделаем сильный пол. Вот Айнур от молодежи. Вот Дильшат тоже партнер нашей компании. Он уже получил автомобиль. Он сейчас, пусть скажет пару хороших слов. Был промоушен как раз на кухне. Был промоушен, и он получил... Форд Куга, самый первый. Да. Очень приятно, сегодня действительно такое событие. Большая благодарность вам, Жанна Константиновна, за то, что вы смогли организовать это все. Ваши слова, они действительно подтверждаются делом, фактом, что вы сказали, все делаете. Огромное вам спасибо всем партнерам, которые были сомнения. Я знаю, что очень много было сомнений, разные ходили слухи, чтобы они теперь уже развеялись, действительно, чтобы работали уже только в одном направлении. Потому что, как я слышал, многие стали бегать туда-сюда, непонятно почему. Но компания, действительно, она стоит уже твердо на ногах. И надо просто делать, работать, не оглядываться, не поворачиваться по сторонам. Я считаю, что будущее этой компании очень-очень большое. Тем более весь мир, весь Казахстан еще, как говорится, не охвачен. И
все в наших руках, в наших силах, чтобы дальше могли мы разбогатеть и жить все, как вот сказала сегодня Еркишина, в одном доме, все вместе ходили друг к другу в гости. Лежану, нашему молодому автолидеру. Это семейная чита. А это у нас есть. В одном доме будем жить, пока всех обойдем. Артистерушев, им бренчиден, варлах музыку айдат, мыс бренчиден, аллаха, екатерин, жанатворцем, мыслим. Нам дай возможность, мысал, ай сайын бізге возможность беру отыр, ашық беру отыр. Мен жилищный программа деген енді білмейм, енді ары қарай. Е, түсінігі бар адам түсінеді енді, естивитіне. Бастарыңыздар, андамында ұрмаңыздар, мен сіздерге айтатыным. ЕС компанияны, сіздер адамыз, ешқандай. Мен жетістігіміз, жолдасымыз екеміз, Кунар екеміз, енді, 9 айда. Машиналдық, мен жасымаймын, жанат Марсуетті бәрі қошылды. Марат ағамыз бар, барлығымыз үшірі шетелге барып келдім, мен бірнеше рет миллион алдым. Мен ең главный мүшірді, сәулер кешіне орыңызда тұрып қойыңыз бір. Құтты болсын, жүлішіне программа деп енді бәріміз мұна кіс айтып отыр ғой, бәріміз бір үйде тұрайық деп. Құтай соған, алда соған кетіксін. Құтай соған, алда соған кетіксін. Неге біздің қолдан басқа деп шақыра аламыз. Сондықтан да біздің продукцияның бәрі де брендовый продукт. Біз Қытайдың Жерпатриумын таратып отырған жоқпыз. Мақтан айтамыз, маркетинг планымызды да мақтанышпен айтамыз. Міне бізге беріліп отырған жетістік. Алайық, көрейік, бәріміз бір берешекке бай болайық, бар болайық. Добрый день. Всех поздравляю партнеров. Да? То есть, на самом деле, жилищная программа – это следующий шаг в развитии компании. То есть компания как поставила себе цель, да, то есть стать акционерным обществом, семимильными шагами компания идет к этому. Поэтому жилищная программа – это будет такой взрыв, да, то есть именно в работе каждого действующего активного партнера. Да, то есть сегодня мы имеем программу стартовую, самую доступную. Сегодня мы имеем просто
шикарный, да, то есть бизнес-инструмент, как жилищная программа. Поэтому всем желаю, чтобы убрали все свои сомнения, это раз, перестали там, раздумывать насчет, насчет того, чтобы стоит, не стоит, получится, не получится, у всех получится, да, это два. И использовать все возможные инструменты, то есть это телефоны, интернет, да, то есть Инстаграм, ВКонтакте, соцсети и так далее, да, то есть наше близкое окружение. Все, кто рядом с нами, все должны знать о том, что есть такая компания, есть такая возможность, GTM Corporation, и она завоюет не только казахстанский рынок, это будет самая супер сильная компания именно международного уровня. Поэтому всех Мы на них слове кредита. Она пришла в нее недавно, но она уже за короткое время достигла таких успехов. Вот я хочу Эдите слово предоставить. Спасибо. Во-первых, я благодарю, что мне дали представить слово. Я приветствую всех лидеров, топ-лидеров, автолидеров. Я приветствую Жанат Мурсидовну отдельно, персонально за то, что вот именно... Знаете, вот именно в этом бизнесе нам дают всю возможность. Здесь не только говорят, просто словами говорят. Да? Я вот 10 месяцев в этом бизнесе, здесь то, что говорит президент компании, он все делает. Понимаете, когда я пришла сюда, я думаю, господи, когда это будет квартирная программа, да? Когда косметика будет? Вот уже все, мы уже пользуемся этой косметикой. Поэтому я всех призываю, для тех, кто пришли сегодня первый раз сюда, пожалуйста, вот единственная компания сегодня, на сегодняшний день, которая дает нам возможность заработать и приобрести свою финансовую свободу и независимость. Я вообще сетевик с 2006 года. У меня есть чем сравнить. Поэтому я всех призываю. Здесь у нас нету. Каждый день, месяц нет активизации. У меня голова не болит. Вот я была в МВЭ, да? Я там тоже достигла своего уровня платиновый руководитель на российском рынке. У меня голова не болит в конце месяца, где мне достать деньги, чтобы закупить товар, и как бы мне этот товар продать. Даже если здесь я захочу, то мне нечего продать. Пришел человек, партнер пришел, он подписался, он взял себе товар, он купил себе часы. Понимаете? Часто купили, покупаем косметику. Поэтому я всех призываю. Вот единственная, я еще раз говорю, единственная компания, которая нам дает, действительно заработать деньги. И у нас... Я благодарю Аллаха, благодарю Бога, что я именно сюда пришла, благодаря моим руководителям. Они меня искали тоже 8 месяцев. Они нашли меня, да, и я нахожусь в этом бизнесе. Вы знаете, я сюда, я на работу, я действительно говорю, я прихожу как на праздник. Вот нету такого, да, чтобы за кого-то не хотели, да, компания. Все мы тоже так приходили. Все мы действительно в этой компании приобрели свою финансовую свободу. Поэтому, пожалуйста, добрый путь всем, светлой дороги. И давайте зарабатывать. То, что нам же наш мурсизм дает, это, во-первых, заработать деньги. Во-вторых, это машины. В-третьих, это у нас квартирная программа уже решилась. Пожалуйста, все давайте будем вместе одной семьей работать. И дай Бог вам здоровья. Дай Бог нам здоровья, долгих-долгих лет жизни. У нас уже все работает. Спасибо. Слово предоставляется нашим партнерам, которые только что приехали, но еще не знали. Это наши соседи киргизы. То есть это активная команда. Она еще не лидер, но будущий лидер. Это... Зинаталь, я ее просто... Это Зинаталь. Команда Тумаркан Баубековой и Мавлюды... Мавлюдахан. Это ошская команда. Давайте. Айтын саламат старды. Можно да по-киргизскому? Без асыр келдик, Бишкектен, Оштон келдик. Улетели в Бишкек, потом в Ушаха келдик. Азыр келдик, без иштатауз, уже без Ақчаға жетіп қалдық бізде Нұштончы. Болған екі айлы болды іште келдіңізге. Уже 450 мың бізден алатыр. Адам бүгінге жүмой дейін. Адамдарға не айтасыздар? Адамдарға желай удачи, вам бардығыз алайлы. Жоқ, қырғыз бауырларға не айтасыздар?